16 октября Instagram-премия InstaKids Awards в самом центре Москвы на премиальной площадке. Подай заявку в директ официального аккаунта и стань претендентом на одну из 10 номинаций Instagram-премия «Поколение Z». Сегодня, 22 сентября, в Москве состоится сольный концерт Марьяны Ро. В Арбат-холле на Арбате соберутся не только ее поклонники, а также ее друзья-блогеры. Снег, белый порошок. Как тебе сегодня атмосфера? Тусуешься? Ну, я не тусуюсь, я пришел просто подержать, но прикольно, мне нравится. Отлично. Ну, только начало, в принципе, классно. Ведет себя на сцене нормас, держится. Круто? Очень круто, на самом деле. Снежная лавина накрыла белый капюшон. Как ты думаешь, Фейс принимал участие в написании песен или в помощи Марьяне Ро? Конечно, принимал. Ну вот смотри. Фейс один из самых популярных рэперов сейчас. И у Марьяны сейчас песни просто, ну вот на высоте. Вот ты видишь просто, вот сколько людей пришло. Я думаю, что тут без Фейса просто дело не обошлось. Я вот горло сорвал. Я думаю, да. Ну, в популярности, да, мне кажется. И, ну, еще плюс, может быть, помогал как-то в написании треков там. Нет, Марьяна говорила, что он не участвовал в создании музыки. Меня с повинной я растаяла, ты ушел, дай мне половину. Хотел бы ты сделать с Марьяной фит? Слушай, я просто не пою, но, не знаю, чисто так по-дружески дома можно попеть, а где-то в кафешке попеть, а так, ну, я не знаю. Возможно, да, если, ну, это был бы интересный опыт, действительно, она как такой артист уже полноценный, я думаю, что у нас получилось бы что-то интересное. Мне нравится твоя волна, губы как малина. На концерте были замечены Ян Гордиенко и, конечно же, Фейс. Интервью не дали, но зато мы с ними сфоткались. Расскажите, как вам сегодня атмосфера? Вообще, нравится ли вам? Да, очень. Ну, мне понравилось, было очень атмосферно, весело, чувствовалось вот что-то такое, что можно почувствовать именно на каких-то концертах. То есть вы классно потусовали сегодня? Да. Концерт просто супер-дупер, класс, Марьяна Ро лучшая! Марьяна просто огонь, нам очень понравился концерт. Очень кляво. Это был просто нереальный концерт, один из лучших, в которых я был. Конечно, там не было одной моей любимой песни «Мегазвезда», но это было просто что-то нереальное. Марьяна лучшая. Надувают по вулкам снег, диско-коматоз.